Это наша Августа Луиза. В принципе, ее даже представлять не надо. Мне кажется, ее сразу узнают все. По крайней мере, кто уже ее имеет и кто хочет иметь покрасивущие, знаете, такие прям ягодки. Она такая замечательная, такая красивая. Оттенки у нее различные. Вот здесь, смотрите, цветок. Вот этот вот абсолютно не похож на предыдущий. Но она, знаете, вот нереально какая красавица. Это космос просто. Потому что действительно очень красивый у нее раскрас. Красиво она достойно держит свои цветы. У них и диаметр 12 сантиметров в этом году. Каждый цветок вот 10-12 сантиметров. Посмотрите, какая прелесть. Здесь вот цветочек, видите, он в тенечке, у него меньше розоватого сосевого оттенка. Насколько она красивая. И причем куст у нее очень сильный. То есть, вот, знаете, даже нисколько не пострадал от осадков. Не подвязанный он у меня. Вот эта вот веточка, она не подвязанная и нисколечко не склонилась. Аромат у нее прекрасный. Очень устойчивая она в этом году к заболеваниям. Самый низ хороший, такой достаточно такой сильный. У нее лист прям крепкий. Я не знаю, как еще воспевать эту розу, на каком цветке остановиться. Каждый цветок совершенства.